Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер, из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал: все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Ну, по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Положи это! Умоляю! Не проливай ее! Пожалуйста! Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Пожалуйста! Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Странно все это. Кукла. На рисунке она лежит в колыбели. Может, стоит найти колыбель? Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста.
Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Тебе повезло, я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожек, ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово! Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами, вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да-да-да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку! Ни-ни! Ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки, у меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить?
Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме «Золотой осётр». Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Я видел, что госпожа Тилли вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. С ума сошли. Любой тебе скажет. Городи, мне кажется, я вижу претендент. Фиг свои претендент. Кто сеет гречку спросом, тот ходит голый поздно. Фу ты, ну ты лапник. А он, как ни в чем, кроме успехи. Я бы я какую-нибудь бутылочку. Привет, мрачники. Здесь я с ним. В жизни не видел, как работают анейроманты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Скажи, в чем заключается твой дар? Трудно это описать. Сначала я стараюсь понять связи, которые объединяют человека с тем объектом, о котором я должна видеть сон. Я задаю много вопросов, стараюсь назвать чувства, эмоции. Важна искренность, но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах. А других просто не осознают. А что ты видишь во сне? Сон вижу не я, а клиент. Мой дар заключается в том, чтобы насылать правильные сны. Иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары. Приходится отделять зерна от плевел. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Да. Не спеши. У нас есть время. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене. После того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Давай продолжим. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них.
Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространства и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йен. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса, скрытые эмоции... Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдешь в город со стороны квартала красных фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари! Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым, а к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Но теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пара шагов до лагуны, где, говорят, эти черные жемчужины и родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Я ветеран. Подайте кровь. Чтоб я вас тут больше не видел. Думаешь, хотели...
А мне один хер, что вы там хотели? Чтобы вас тут не было! В другой раз ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузно засажу. Геральт, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда кому-то сапогом в гузно. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Как скажешь. По кругу его гоните. Я тебя. Старые добрые времена, а? Да, будто я зверь. Говорил я сюда не приходить. Ходу. Ну, все у нас исправно вышло. А вот теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. 100 лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Как ты раздобрел? О, так упражняюсь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но Риданский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то посмурнел. Что такое? Не хочу тебя нагружать своими бедами. Не свисти, Геральт. Говори уж, в чем дело. Я ищу Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? 6? 7? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. О, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится. Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся, может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Ого, записка от благодарной музы. Значит, письма чужие читаешь? Мое лицо залило... Ага, 10 бочек изысканного Туссенского, 5 ящиков Саденского тройного. Хм, ничего интересного. Да нет, это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Хуже Лютик относится к таверне со всей серьезностью. Ты представить не можешь, насколько. В жизни не видал, чтобы он так старался. Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? А, о, вот оно! Последнее время он встречался только с девушками. Хорошая мысль. У Лютика длинный язык, может, он растрепал подружкам что-нибудь такое, что наведет нас на его след. Ну, на это весь расчет. Ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так. Я расспрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже, обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. А ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Если что, я тут рядом.
Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает, как никто. Ты еще тут? Ищешь что-то? Да вот проверяю, не пропало ли чего. Вот холера. Эти же все вынесут, да продадут. Хорошо, что ты не ушел. Я хотел тебя кое о ком спросить. Пусть только лишь на шелке страсть ей снится, но если надо, и матрас сгодится. Молли! Она убирается у баронессы Лавалет. Он взял на прицел баронессу, а остановился на горничной? Лютик людей по происхождению не делит. В постели все равны. И потом, настоящий поэт должен хорошо знать жизнь. А так он может изучать мир с разных сторон. Если б я его не знал, то решил бы, что он ревнует Марабеллу. Да вряд ли. Она его давняя ученица. Он мне кое-чего о ней рассказывал. Кажется, я не хочу этого знать. И правильно, потому что с некоторых пор у них стало все как-то совсем странно. То есть? Ну, она велела ему переодеваться, называла его христианом, себя Анастасией. Извращения понеслись галопом. И еще каким? Однажды она сказала, что он ее жеребец. Лютик-то это за комплимент принял. Но тут она вынула удила из брую, и бедолага смылся через окно. Веспула. Знакомое имя. Это не она выбрасывала в окно его портки? Она. И вопила на пол Новиграда, что он рохля и охрипший фазан. Она. И швырялась в него цветочными горшками. Ну, что делать, старая любовь не ржавеет. Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы. Манерам ей учиться не пристало, она лишь карликом махала. Карликом? Не замечал за ним такой скромности. Хе-хе. Карликом Роза Варатра называет свой гвихир. Хорошее название, а? Ладно. Вар-Атре. А ее отец, случайно, не нильфгаардский посол? Он самый. Ты его знаешь? Сильно сказано. Так, перекинулся с ним парой слов в замке в Вазиме. Ну, значит, представляешь, что это за хер? И вот он нанял Лютика учить его дочек риторики. Только, говорят, Роза больше любит мечами махать. И она поменяла всемирно известного барда на простого фехтовальщика? И, кажется, ни одного. Все время слышу, что очередные учителя отказываются с ней заниматься, потому что она понавешала им люлей. Теперь ее отец ищет новую жертву. В смысле, учителя. Пусть странен лик ее, изменчива природа. Кто взглянет в очи, ей постигнет в жизни много. Ого, чувствую какое-то особенное вдохновение. Ну, я не в восторге от эльфок, но это исключение. Ей бы сама Франциска Финдобаир позавидовала. Так, может, сам к ней сходишь? Давай уж, лучше ты. Почему? Видишь ли, эльфская красота, она как молодое вино из Боклера, а я как-то больше по водке. Ну, наверное, я узнал все, что хотел. Спасибо за помощь. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин младший не банкир. Он человек порядочный. Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты чего ревешь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти. Не вмешивайся, седой. Не твое это дело. Вон отсюда, живо. Слушай, ты... Может, у тебя и два меча.
Только нас-то четверо. Ну да, четверо собирают оброк с несчастной прачки. Мне бояться нечего. Я бы не был так уверен. И впустую. Можешь меня не благодарить, правда? Прости. Не пойми меня неправильно. Я благодарна, но все, что было, все пропало. Не знаю, помнишь ли ты меня, но мы уже встречались. Нет. А, погоди, погоди. Узнаю. Ты тот ведьмак, в которого я почти попала цветочным горшком, когда, ну... Когда выпроваживала Лютика через балкон. Я здесь как раз по его поводу. Ты не знаешь, куда он делся? Верно, шляется где-то, фазан хрипатый. Проходимец лживый. О-о, чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это... Вышвырнула я его с разбитой мордой. А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да, скорее из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю тебе, артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Ну, как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю. Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме, а я не к месту осерчала. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. Теперь помедленней. Приветствую и прошу. Я друг Лютика, ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать? Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал, что Элихаль подруга Лютика. О, вон оно что. Подожди здесь.
Так лучше? То есть ты... Элихаль. То есть ты и Любик? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу. И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали. И только? Не знаю, что взбрело тебе в голову, но сразу заявляю, что мужчины меня не интересуют. Ему я тоже так сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, что там творилось? По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? Родовит, старая курва. Я знаю, что это не мое дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода. А ты вот никогда не хотел стать, хоть на минуту, кем-то другим? Это должно быть страшно скучно, все время быть ведьмаком. Мне еще не наскучило. Спасибо за помощь, приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. Точно! Стекаются из канала. И что же случилось с этим ценоваром? Я шел себе, ковылял по своим делам. Чародей, а чьей разгрузности шлюп? Ну и завари ты кашу в этом самом лохмире. Что на твердый заработок, а стал банкротом. Даже сюда не существует. А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же? Ты мудак! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку. Для реликта я довольно неплохо машу мечом. Например, могу изрубить тебя так, что ты истечешь кровью, прежде чем упадешь на землю. Что, нечего сказать? Вот и хорошо. Глотку наш проповедник здоров драть, а дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди! Сука!